Утро доброе. С вами сегодня опять Смирнова Ирина. Сегодня мы будем говорить о том, как работать в нашей группе. Боюсь, что видео получится довольно длинное, но очень надеюсь на то, что его сумеют все просмотреть. Если не получится, сообщите, я, наверное, буду рассказывать просто в личном чате. Итак, вот наша с вами закрытая группа. Повторяю еще раз, что она закрытая, потому что мы учимся, и мы никого не приглашаем со стороны. Сейчас еще это делать рано. Мы вот нашей командой сейчас будем учиться продвигать друг друга. Посмотрите, у нас 38 участников. Это нормальное количество людей для такой работы. Итак, то, что мы делали с вами вчера, это мы занимались тренировкой, будем говорить, работы в группе и, самое главное, подключением к нашей группе. Знакомство. Ну, мы, правда, и так уже все знакомы, но все-таки знакомство поближе. Некоторые у нас совсем новенькие люди здесь есть. Итак, с чего мы начинаем? Первое. Вспоминаем и запоминаем, вернее, то, что эта группа у нас с вами для конкретной работы. Для какой работы? Задача группы заключается в том, чтобы мы смогли распространять информацию друг друга. Вот посмотрите, у каждого из нас есть профиль в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте, там, ну, в разных сетях. И в этих разных сетях у нас совершенно разные друзья. В комплексе 38 участников, имея свое определенное количество друзей, каждый увеличивает по максимуму количество людей, которые могут увидеть наши публикации. Поэтому наша задача – это, есть такой термин, расшаривать нашу информацию. Вот эти кнопочки, которые у нас стоят внизу, они называются «шейра». И получилось такое название «расшаривание». То есть мы как будто распространяем информацию наших с вами блогов. Чтобы это было очень грамотно, быстро, удобно, потому что 38 блогов обойти в течение дня – это много. Мы с вами делаем так, чтобы у нас на это уходило минут 15, не больше, в день. Значит, как мы это будем делать? Давайте я начну сначала. Вот наша группа, она живет сутки, то есть вот от 12 часов до 12 часов ночи. Вот наступили новые сутки. Первый проснувшийся, то есть тот человек, который вот, ну и не спится ему, вот он проснулся в 12, там, вернее, не лег спать, в 12:30 он заходит на группу, и что он делает? Он обозначает для всей группы, что вот, например, сегодня, я сегодня сегодняшнюю работу делаю для примера. Сегодня у нас с вами вторник, 30 апреля. Посмотрите, как я пишу, обозначаю это. То есть я захожу в статус и пишу вторник крупными буквами, чтобы это всем было видно. 30 апреля. И дальше я пишу, что это у нас, ну, все, наверное, да? 30 апреля. Вот так вот будем писать. Вторник, 30 апреля. Может быть, напишем так. Давайте пост дня. Пост дня. Вот эти слова будут у нас таким условным знаком того, что мы с вами, ну, будем говорить, начинаем работу. Вот это главный документ, начало главного документа в нашей группе на сегодняшний день. Что я делаю дальше? А я делаю так. Я захожу, я начала печатать сегодня, да? Я захожу на тот пост, который я хочу, чтобы сегодня расшарили, привыкайте к этому термину. Я беру вот эту вот ссылку, ну, например, пусть это будет вот этот пост, и вставляю эту ссылку ниже, вот так вот. И вот так вот ее вставляю. Вот она появилась, эта ссылка распространения вот этой вот информации. То есть моим постом дня будет вот этот пост. Я пишу «Опубликовать». И вот у меня опубликовалась информация. Что делает дальше каждый?
каждый делает следующее. Вот я открыла специально несколько блогов. Например, в следующем встал и зашел в группу у нас Валерий Степанов. Он решил, что ему важно вот эту информацию передать. Что он делает? Он берет ссылку, вот эту вот ссылку, копирует ее, заходит в группу, и вот здесь у нас есть понятие комментарии. Открывается комментарий, вот здесь будет не мой, конечно, портрет, а портрет Валерия, и вставляет сюда эту ссылку. Эта ссылка становится активной. Он может, например, что-то здесь написать, ну, например, там, мой новый пост, да? Давайте напишем тут вот. Я не знаю, пройдет то, что это я пишу комментарий. Но мой новый пост. Все. И я нажимаю Enter. И у меня появился вот. Видите, в комментариях появился его пост. Что делает следующий человек? Следующий человек, это пусть у нас будет, например, Наташа Янченко, да? Наташа Янченко следующая встала утречком. Увидала, что новый пост уже появился, берет ту ссылку с той информацией, которую она хотела бы распространить, и вставляет ее в следующий комментарий. Давайте я просто сделаю Enter, и вот видите, пошла ее ссылочка. Вот она, ее ссылочка есть с ее котенком. Следующий встает и заходит в группу Оксана Шмиралова. Вот так вот. Вот, берет и видит, что вот он пост дня наш, значит, здесь в комментариях надо вставить ссылку на свой пост. И вставляет ссылку на свой пост. И у нее вот появляется, видите, ее информация с ее этого самого блога. Здесь будут не мои портреты, естественно, да? Теперь следующая у нас Алевтина Груздева. Значит, Алевтина и всем остальным я хотела сказать следующее. Обратите внимание вот на эту ссылку. Я по этой ссылке зашла к вам на сайт. Видите, вот здесь у вас в конце ссылки за HTML стоит DS, решетка, вернее, MO 10882. Это значит, что вы зашли на эту ссылку, на эту статью, через читать далее. Вот смотрите, давайте я покажу всем, чтобы все поняли, о чем идет речь. Вот у вас есть читать далее. Если я нажимаю здесь читать далее, то видите, появляется вот этот хвост, не очень красивый. Задача ваша, вот я опять сейчас выхожу на главный, заходить не через читать далее, это я обращаюсь абсолютно ко всем, а заходить через вот это название, через пермалинк. Зашли сюда и посмотрите, у вас чистая получается ссылка. Ну это такое примечание такое, будем говорить. Значит, берет Алевтина Груздева у нас название, ссылка очень длинная Алевтина, значит надо поработать над тем, чтобы ссылка была покороче. Обращайте внимание на это, когда создаете ссылки. Копируем эту ссылку и вставляем ее в следующий комментарий. Enter. И вот у нас появляется вот несколько таких комментариев. Посмотрите. Все эти комментарии у нас выкладываются. Значит, здесь будут разные портреты, да? Выкладываются у нас вот в такую длинную полосу. Сделали это. Делать это можно в течение 24 часов. Все, это первая работа, которую мы сделали. Дальше я закрываю вот эти вот наши с вами вкладочки. У меня на компьютере нет, да у меня. Вот я зашла к себе в группу и увидела, что пост дня сегодня начала печатать Смирнова Ирина. Она написала, что вторник, 30 апреля, пост дня. Что вы должны сделать каждый вот это? Работа каждого из нас. Если я сейчас открою вот этот файл, и в этом файле вот правила группы, то здесь мы с вами читаем, что у нас одна публикация в день. Это вот одна публикация в день, это вот то, что я сейчас сделала за каждого, да? То есть вы каждый публикуете одну статью. Обычно это делается та статья, которую вот вы только что новую опубликовали. Но так как мы только начинаем, я объясню вам, какие мы статьи будем с вами печатать. Это первое правило. Второе правило. Каждый из нас заходит вот в этот самый список и делает два действия. Посмотрите.
Вот эти действия я расписала для последующих потом людей, которые будут к нам приходить. Значит, эти люди должны будут в течение дня сделать два действия. Например, подписаться на рассылку. У нас пока рассылок маловато, будем говорить. Значит, мы можем подписаться на e-mail рассылку. Это вот здесь у нас, вот видите, вот новости, да? Вот введи свой e-mail сюда. Это одно действие в течение дня, которое вы можете сделать. Но у нас практически, наверное, все уже это сделали, да? Мы можем стать постоянным читателем блога. Есть такие ссылки. Вот, ну, в принципе, вот это вот, наверное, и есть у нас, будет так, постоянный читатель блога. То есть вот мы вот здесь вот, подписавшись, мы становимся постоянным читателем блога. Если мы не подписались на рассылку, давайте так будем говорить, то вот можете подписаться на какую-то из рассылок у своего товарища. Следующее. Мы делимся публикацией в соцсетях. Как это делать будем, я сейчас вам покажу. Мы комментируем пост. Иначе говоря, когда мы заходим на пост, я могу оставить комментарий. Или проходим по двум внутренним ссылкам. Вот я себе выбрала из этих действий два действия обязательные. Это делюсь публикацией в соцсетях, и это самое главное, что мы должны сделать каждый. То есть вот это действие мы с вами выбираем обязательно все. И второе, я выбрал себе, я прохожу по двум внутренним ссылкам. Для чего это? Помните, мы говорили о такой инерации, то есть очень важно повысить массу вашей странички переходом человека по одной или двум внутренним ссылкам. Но это теоретический вопрос, я сейчас его не обсуждаю. Я выбрала самые главные два действия. Дополнительным действием, если мне пост понравился, я его буду комментировать. Вот два таких я для себя пункта выбрала. Вы выбираете один пункт, вот это третий, обязательный у нас, а остальной любой пункт, какой вы считаете нужным. И работать мы так будем с вами ежедневно. Публикуете вы пост, не публикуете пост. Ваша задача зайти и выполнить эту работу. Давайте посмотрим, как мы это будем делать. Захожу на основную ленту, и вот мой пост дня. Что я делаю? Обращаем внимание, вот прямо по порядочку. Я зашла, теперь я иду вот сюда, начиная с первого поста. Я сейчас делаю все это практически искусственно. Спускаюсь вот сюда вниз. Беру, например, для меня вы здесь выбираете тоже свои, социальные сети, в тех, которых вы больше всего хотите продвигаться. Посмотрите, мы мало того, что помогаем людям распространять информацию, их информацию, но и ваша лента, она остается все время живой. Потому что вы постоянно что-то будете публиковать на своих лентах в социальных сетях. Ну, например, я выбираю обязательно, у меня две сети, которые я продвигаю больше всего. Это Google плюс. Это очень важно для продвижения в Google, да? Facebook. Это тоже для меня очень важно, потому что у меня там есть своя страничка, и я выбираю информацию. Какую-то я печатаю на своей страничке информацию у людей, а какую-то я печатаю информацию в своей ленте. ВКонтакте. Твиттер я вообще не беру. Почему? Потому что то, что я публикую в Фейсбуке, у меня автоматом переходит на Твиттер. Итак, я выхожу, например, на Google. Вот у меня Google появился, посмотрите, как быстро. Вот я выбрала там картинку, какую мне надо было, да? Все, я пишу «поделиться». Первое действие сделано. Я иду дальше на Facebook. На Facebook я, например, выбираю эту информацию, поделиться ей, например, в группе. Ну нет, давайте не в группе, некогда мне сейчас в группе. Давайте вот я на своей странице делюсь, да? Беру все для начинающего блогера. 3 секунды. Поделилась. Все. Что я делаю дальше? Я оставляю вот этот блок открытым. То есть я его не закрываю. Возвращаюсь обратно. Здесь я пишу обязательно для себя лайк. Нравится. Посмотрите, у меня появляется ссылочка «не нравится». То есть это для меня знак, что я этот блок прошла. Иду следующий. У меня здесь написано просмотреть еще два комментария, потому что комментарии укладываются. Я открываю все комментарии, которые я здесь сделала. И иду дальше. Значит, вот у меня ссылочка не нравится, я иду дальше. У меня идет следующий блок.
рецепты самого полезного завтрака. Я захожу на него, иду сюда и смотрю, вот у него есть ссылочка гугловская, вот очень хорошая ссылочка гугловская у Валерия. Я пишу «поделиться». Все, в мой Google ушла информация. И вот шеры фейсбуковская есть. И я в шеру фейсбуковскую тоже пишу «поделиться». Все, ушло. 3 секунды. Ставлю здесь лайк и понимаю, что у меня здесь вот этот человек уже пройден. Дальше идем. Дальше у меня идет кто у меня? Наташа Наянченко, наверное. Видите, портрета нет. Портрет мой идет. И поэтому трудно понять. Все, спускаюсь у Наташи Янченко. Я могу прочитать эту информацию. Но если я очень спешу, то я просто выхожу на шейры. Вот они, шейры. Видите, написано. Опять захожу, например, ВКонтакте. Пусть это будет ВКонтакте у меня. ВКонтакте я отправляю эту информацию ВКонтакте. Закрываю эту вкладку. Раз, одно действие сделано. И беру, например, что-то Google здесь нет. Пишу Facebook. Не буду открывать дальше туда. Facebook. Facebook, вкладка комментария в консоли блога. Это интересная информация для моих начинающих блогеров. Значит, я ее отправляю на свою страницу. Все для начинающего блогера. И те люди, которые там информацию получают, они увидят информацию Наташи и придут к Наташе. Все, я захожу сюда и пишу, что я здесь уже поработала. Пишу лайк. Иду дальше. Это текст Оксаны Шмираловой. Оксана Шмиралова уехала на Украину, поэтому до 10 числа, по-моему, ее не будет. Поэтому мы ее из группы не убираем, но она потом обещала все вопросы решить. Что я делаю? Вот я выхожу на ее кнопочки. Вот они, ее кнопочки. Google. Плюс. Нет, это я не буду делать, потому что это надо просто еще надо это самое. У нее тут много кнопочек. Вот каждой кнопочке надо еще и привыкнуть. Вот давайте Facebook возьмем. И я делюсь этой информацией на Фейсбуке, в своей хронике. Ну, где я еще могу поделиться? Ну, давайте в Твиттер зайду. В Твиттер, вон ВКонтакте надо было зайти. Твитнуть. То есть вы потом, в конце концов, все узнаете, увидите всех. Дальше. Что я делаю дальше? Дальше я опять пишу, что мне это не нравится. Не нравится, да? То есть нравится, я поставила, у меня появляется не нравится. И я выхожу секреты предохранение беременности при грудном вскармливании. И захожу здесь. Здесь у меня вот Google+. Я делаю вот так вот. Все, я поделилась. Здесь у меня Facebook. И я делаю вот так вот. Теперь посмотрите. Все, захожу сюда в клуб и ставлю кнопочку, что я прошла. Вот я список прошла. Это маленький, конечно, коротенький список. С объяснениями, посмотрите, не так много времени это заняло. Обратите внимание, что у меня все вкладочки остаются открытыми. И мы это очень хорошо понимаем, почему. Потому что если вы зашли, твитнули и ушли, то у вас даже поисковая система не заметит этого. Почему? Потому что вы были меньше 30 секунд. Значит, ваши все вкладочки, вот тех людей, которым вы помогаете пройти, вы помогаете, а они придут и пройдут по вашим блогам, у вас будут посетители и будет распространение в соцсетях. Все, первое действие я сделала. Теперь, когда я все это сделала, я начинаю с самого первого блога. Вот он. Я его открываю. Ищу пару ссылок здесь. Вот раз ссылка. То есть второе действие я делаю. Вторая ссылка. Я прям даже могу не читать, но я прошла по двум ссылкам. Все, видите, у меня открылись вкладки. Я теперь их могу закрыть. Все, я закрыла. Пошла дальше. Вот у меня еще ссылка есть у блога. То есть я практически не читая делаю это. Еще есть ссылка. Самое главное для нас, у нас такая полусерая, будем говорить, оптимизация. Посмотрите, вот класс какой. Посмотрите, тут прям все расписано. То есть очень интересно. И закрываю вот эти вот вкладки. Дальше я выхожу на Наташин блог. Где у нее тут живые ссылки? Вот нам живые ссылки, а почему они у нас не живые? А вот они какие. Наташа, какие-то странные ссылки. Так, идем сюда. Раз, открыли. Теперь идем где-то здесь. Должна быть еще одна ссылка. Так, внутренней перелинковки нет, Наташа. Вот это плохо. То есть посмотрите обязательно, чтобы у вас была внутренняя. Все, дальше мне идти некуда. Наташа, обратите внимание на эти вещи.
Так, значит, вот, пожалуйста, у меня по двум вкладкам не прошлось пройти. Иду следующий. Это у нас Оксана Шмиралова. Так, вот есть одна ссылка внутренняя, я по ней прошла. И вот вторая ссылка. И вторая ссылка. Вот у меня три вкладочки с этим фейвиконом появилось. Да? Теперь я их закрываю. И иду в следующую, у Алевтина. Смотрим у Алевтины внутренней. Вот, пожалуйста, раз ссылочка есть. И я пошла, два ссылочка есть. Вот она, у нас два ссылочка. То есть я открыла еще две ссылки. То есть я сделала иммерацию потом и закрыла. Все, моя работа на сегодня закончена. Я отдала долги перед своей группой. Все у меня получилось. Все. Теперь следующий, кто бы не зашел сюда, он вот эту информацию проходит сюда, вставляет свою статью, вот в этот комментарий, да, и начинает проходить всех. Но я вам рекомендую делать что обычно? Значит, те, кто первые публикуются, они обычно получают самое большое количество лайков. И они, почему получают самое большое количество посетителей и так далее? Потому что идет распространение вашей информации утром, раненько. И люди, которые заходили, они будут видеть вас во всех сетях. Вот посмотрите, давайте сейчас зайдем на мою страничку, на мой профиль. И посмотрите, видите, у меня в том месте, где люди видят мои публикации, мои лайки, вот они здесь все появились, видите? А у меня друзей достаточно, и они вот 1053 человека. И все те люди, которые будут на этой ленте хроники, они все увидят, и если это их заинтересует, они зайдут. Понимаете, для чего мы это с вами делаем? И так каждый сделает. Если я зайду на свою страничку «Все для начинающего блогера», туда я отправила Наташину ссылку. Сейчас посмотрим. Наташину ссылку. Вот она, Наташина ссылка должна быть здесь. Вот она, видите? Вот она есть. То есть те люди, которые зайдут сюда, они увидят вот эту вот ссылочку. То есть и зайдут. Посмотри, вкладка «Комментарии» в консоли блога. Тем людям, которым нужна эта информация, они обязательно зайдут сюда. То есть вот так мы распространяем информацию о себе в социальных сетях. Я уже не буду сейчас открывать Google, хотя, в принципе, можно и это сделать, чтобы вы посмотрели. Вот заход на Google у меня, да? Но это все для начинающего блогера. А если я зайду на свою ленту, вот, то видите, вот если я зашла на свою ленту в Google, да, надо здесь... оказывается, информацию добавлять. Я уж тут не заходила даже. Вот, видите, вот, пожалуйста, пошла информация в Google об этой статье. Вот те, которые я распространила, они все пошли здесь. Поэтому наша задача сделать два клика обязательных по соцсетям и сделать два клика, два перехода по внутренним ссылкам. Вот это наша работа. Итак, что мы с вами делаем? Что мы печатаем? Публикуем здесь. У нас с вами такого распространения еще не было. И у каждого из нас есть статьи на блоге. Начните буквально с самого начала. То есть каждый день публикуйте здесь по одной статье. Если у вас их 100, то, естественно, это будет каждую новую статью вы потом будете публиковать. Если у вас их там 10, то вы в течение 10 дней можете сюда вставлять по одной статье, и они будут расшарены, иначе говоря, распространены по социальным сетям. Вот это основная наша с вами задача, это основная наша работа, которую мы должны выполнить. Еще один момент, последний, о котором я хотела сказать. Вот каждый из вас во время поста, вот тогда, когда идет пост дня, каждый из вас публикует вот здесь свои комментарии, да? Опубликовав свой комментарий, вы точно так же заходите в статус и эту же ссылку публикуете здесь. Зачем? Больше мы ничего не публикуем. Вот, например, я прошла вот сейчас, посмотрела информацию. Ну вот, например, у Алевтины мне не понравилась ссылка, да? Я все сделала, все, что нужно для Алевтины, но я нашла ссылку Алевтины, вот эту публикацию отдельную этой же статьи у Алевтины,
И в комментариях я написала: «Алевтина, обратите внимание на ту ссылку, которую вы даете в ленте, чтобы она была у вас чистая». Может, у кого-то не сработала какая-то кнопка. Вот вы в комментариях здесь в ленте этого делать не можете, но вы можете зайти в отдельный пост и написать, что там: «Наташа, у тебя проблема вот с такой-то кнопкой, обрати внимание». То есть вот это вот исключительно рабочая такая у нас группа. То есть мы здесь, опять же, помогаем распространять друг друга. Мы получаем массу интересной информации. Блоги у всех классные. Я вам честно говорю, настолько профессиональные у нас блоги в нашей группе. Просто вот, ну, душа радуется, да? Плюс ко всему мы с вами еще и проводим регулярный аудит друг друга наших блогов. Вот обратите внимание, видите, у кого я уже забыла, у кого-то я не смогла пройти по двум ссылкам. А это значит, я уже подсказываю человеку, что у него тупиковая веточка получилась. Внутренней перелинковки у этого человека нет, правильной. Значит, на это надо обратить внимание. То есть вот такая взаимопомощь, взаимовыручка должна быть в нашей группе. Еще раз повторяю, только пока сейчас никого не приглашайте со стороны. У нас группа закрытая. Пока мы не научимся и не приведем свои блоги, ну, в отличное состояние, мы никого приглашать не будем. А то у нас очень умелые блогеры, а ошибки еще пока есть. Понятно. Итак, я надеюсь, что все это понятно. Начинаем работать. Вот эту вот я часть попытаюсь, так сказать, удалить. Но если даже я ее и не удалю, вот эти вот комментарии, то вы просто пройдите по ним. Значит, мы каждый день вот в такой ленте печатаем по одной своей статье, публикуем по одному анонсу своей статьи. И каждый должен пройти по этой ленте. Я надеюсь, что все понятно. Я желаю удачи вам. У нас завтра, послезавтра, 2 дня я даю, не буду публиковать задание у нас, потому что сейчас будет отработка вот этих вот действий. Эти действия должны быть на автомате. Вся работа, я даю вам гарантию, в течение дня у вас будет занимать 20 минут максимум. Но эта работа очень нужна. Я также подразумеваю, что часть людей уйдет. Почему? То есть из группы. Если вы не сможете и отказываетесь сделать эту работу, то просто честно признайтесь, и я тогда вас из этой группы исключу. Но наша задача, то есть это вот такое обязательное правило. Правило помощи друг другу. Вы понимаете, что помогая другим, люди помогают вам. Я вам даю гарантию, как только начнет работать группа, к вам пойдут люди с социальных сетей. Это очень важно. Это первая ступенька, которую мы сейчас с вами закончим, по такая маленькая, маленький такой шажок по привлечению посетителей на свой блог. Итак, всего доброго, удачи. Все вопросы давайте в скайпе. Я постараюсь, в скайпе я смогу эти 2 дня работать только в письменном виде, то есть голосом я работать не смогу, я буду за городом, там слабый интернет. Значит, все вопросы, которые у вас есть, задавайте в скайпе, я буду отвечать. Но меня интересует, зайдите на блог и, пожалуйста, каждый, кто... Не надо писать огромные комментарии, просто дайте мне понять, что вам все понятно и вы готовы работать, напишите в комментариях в блоге. То есть вот на нашей страничке. Иначе говоря, все понял, согласен работать. И я уже вас оставляю в группе, я понимаю, что вы будете основательно, серьезно работать. Если же вы не готовы так работать, то вы так и пишите, что времени нет, сил нет. Извините, я выхожу из группы. Я буду вас из группы удалять. Договорились? Все. Всего доброго. Удачи всем. Успехов. С праздником наступающим. До свидания.